Барулин помогает партнерам. И 1-0 здесь Энлунд. Хорошо, Энлунд, и гол! И ошибся Алкинуора. Ну, разве можно, нельзя, наверное, сказать, что это ошибка. Ошиблись здесь защитники, да. Алкинуора пытался сделать все, что мог. Пытался выскочить на перерез шайбу и выбить ее. Но Энлунд успел первым. И бросал он уже в пустые ворота. 3-0. Йонас Энлунд. Никакой силой, какой мощью сейчас выглядит «Нефтехимик». 4-0 в предыдущем матче повержен «Металлург». 3-0 в середине второго периода, в середине матча. Да, посмотрим повтор, как была заброшена эта шайба. Да, не удел здесь уже оказался Юхал Кинуара, своего соотечественника. Обыграл Йонас Энлунд.